Югра близка к выходу на плато по ковиду. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований. При этом спад заболеваемости прогнозируют к концу ноября почти во всех регионах страны. Наш округ находится в так называемой оранжевой группе. Состояние с распространением коронавируса здесь оценивают как удовлетворительное. Тяжелая ситуация по ковиду сейчас в Карелии, Псковской области, Санкт-Петербурге, Чукотском автономном округе и Чечне. Отмечу, что Югра и Ямал оказались в списке 23 субъектов, выход на плато которых ожидается в ближайшее время. Как отметил эксперт, расслабляться не стоит, ведь главное, что влияет на динамику заболеваемости, это поведение людей, соблюдение социальной дистанции и ношение масок.